Приветствую вас. Смотрите, какая получается ситуация. Вы хотите быть любимой. Зачем? Вы говорите, дождусь ли я счастья в личной жизни. Но зачем ждать счастья? Что вы делаете для того, чтобы обрести его? Это самое счастье в личной жизни. Вы говорите, что хотите быть любимой. То есть получается, что у вас недостаток любви. Получается, что вы, если вы хотите быть любимой, сами любовь не выражаете. Ну, потому что вам ведь для чего-то нужно быть любимой. Чтобы, может быть, быть значимой. Чтобы, может быть, быть ценной для других людей и так далее. То есть, момент здесь именно в этом. Момент здесь именно в этом. Понимаете, в чем дело? Что это вам нужно. Это вы нуждаетесь вы нуждаетесь в том, чтобы, значит, вас любили. И, соответственно, эту вашу нужду, вот, эту вашу нужду, никто не должен удовлетворять. Понимаете, в чем дело? Поэтому я думаю, что если вы хотите быть любимой, то нужно обязательно подумать, как это желание можно реализовать самостоятельно, чтобы не нуждаться в этом контексте другого человека. И тем самым не зависеть от него в большей степени. И не быть в нем заинтересованной в большей, опять же, степени. Потому что чрезмерная заинтересованность вам только навредит. Чрезмерная заинтересованность вам не даст больше возможностей для того, чтобы как-то, ну, взаимодействовать с человеком активнее. На более таком, знаете, уровне, ну, на более таком адекватном уровне, я имею в виду, вот. И вероятнее всего, что вы не можете выстроить отношения как раз именно по той простой причине, что вы чрезмерно заинтересованы в человеке. Из-за этого у вас сверхмотивация с ним быть. А из-за этого, из-за сверхмотивации, вы, естественно, в большей степени вы используете не классические, не стандартные модели поведения. Вот.
Ну и плюс, конечно, еще более активной, желательно бы сделать вашу позицию, чтобы вы не только ждали, пока ваша личная жизнь наладится и пока в ней появится счастье, но чтобы вы еще и делали что-то для того, чтобы это было, то есть чтобы вы как-то вот взаимодействовали с людьми, чтобы вы как-то все-таки чтобы вы как-то с ними адекватно, ну, пересекались, адекватно общались, чтобы взаимодействовали, чтобы было что-то общее между вами, вот. Чтобы отношения выстраивались равномерно. Чтобы это не было только активностью со стороны, например, мужчины, вот, или только активностью с вашей стороны. Чтобы это было, так, была такая, знаете, равномерно распределенная активность, чтобы каждый действовал в рамках своего комфорта, например, своего удобства и того, что он может действительно дать. Поэтому подумайте, чем бы вы могли заниматься, на почве чего потом вы смогли бы сблизиться с человеком, вот, и чтобы вы могли дать вашему партнеру, чем бы вы могли его привлечь и как замотивировать, чтобы он был именно с вами. Если вы пытались отношения построить, но у вас не получалось, то, соответственно, нужно в этом случае анализировать, почему именно не получается выстраивать отношения, что мешает, что не позволяет и так далее. Препятствия тоже нужно анализировать. Скорее всего, с учетом того, что вы хотите быть любимой, речь идет о негативном родительском сценарии, который можно скорректировать так, чтобы он вам больше не мешал. Но это работа, и эту работу нужно выполнить с психологом. Обратите внимание, что по форме вашего вопроса вы можете задавать его в раздел «Эзотерика», тогда вопрос стоит перенести именно туда. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.